подарки на 23 февраля. Рубашка Пола. Дезодорант Монблан. Пакетик. Я думаю, этого вполне достаточно. На день рождения что-нибудь другое подарим. Всем добрый день! Сегодня у нас 23 февраля, День защитника Отечества, праздник. Поздравляю всех с праздником, кто отмечает. Так, у нас тут посуда с утра не мытая. Время 4:30. Ходили в кино на 13:20. Только пришли. Так вот, с утра посуда стоит не мытая. Фу. Тут вот что-то такое подарили. Мужу на работе. Такая коробочка была, веревочкой завязана. Это мыло. Мыло в виде пистолета, а вот это вот как шайбочка. Пахнет приятно. Но когда моешь руки, я уже так облапала, там все попробовала руки помыть. Чем-то таким, какое-то мыло черным таким мажется, как мазутом. Ну, в общем, это мыло ручной работы. Так, на улице +2. Какой-то противный такой мокрый снег, типа, похожий как на дождь, мокрый очень. Так, чуть-чуть приоткрою, чтобы свежачок шел. Фух. Окно откроешь шумно. Так, Филимон пришел. С утра позавтракали. На завтрак я сейчас смонтирую, видео выложу. На завтрак готовила омлет с беконом. Ну, там помидорчик, огурчик и кофе с пироженкой с Наполеоном. Так, у нас еще тут вот осталось по пироженке. Остались шоколадные. Прага осталась. Моя любимая торт Прага. Так, ладно, больше ничего показывать не буду. Сейчас на обед у нас будет картошка. Картофельное пюре с этим, с котлетками. Кофе пить уже поздно, 4:30. Сейчас надо чайник поставить. Ладно, не буду пока включать, потому что шумно будет. Ладно, сейчас монтирую видео, на сколько минут получится, выложу. Такая вот у нас погодка. Снег потихонечку подтаивает, дорога грязь. Я вот сейчас шла, вроде шли через лес, в лесу чисто. Ну, мы там частично еще шли по городу, поэтому я успела все брюки избрызгать. Блин, брюки грязные. Да, Филимон, еще ты тут трешься от меня. И так все брюки в грязи. Да только пришли из кино, не успел переодеться даже. Сейчас переоденусь и будем обедать. Да нет, Филимон, не трись об меня, отойди. Итак, блин. Брюки грязные. Еще ты тут трешься в шерсти уже все брюки. Мне, конечно, их все равно чистить. Не надо об меня тереться. Сейчас отодвинула его чуть-чуть. Сейчас будем есть. Дам тебе котлетку. Что ты ко мне лезешь? У тебя есть там сухой корм?